Всем большой привет! Сегодня в этом видео я вам покажу свой тамарелло, который я вырастила из семян и просто весной высадила его на улицу к нам на участок. А осенью я буду, конечно же, его выкапывать, он у нас не зимует. Это родственник томата, картофеля. Давайте посмотрим, как он развивается и вообще обсудим эту тему. А что, если их на лето высаживать на улицу, а потом забирать домой и доращивать дома, улучшая почву, микрофлору почвы? То есть, если мы, например, растения наши высаживаем на улицу, мы их соединяем с микрофлорой, растения контактируют с бактериями, запоминают все эти процессы, увеличиваются в росте очень хорошо, растут, они ствол увеличивают, что очень-очень важно у растений плодовых. Поэтому вот, в общем, такие какие-то мысли. Ну, давайте посмотрим. Это видео я снимала в июне месяце, где-то, наверное, середина июня. Конец июня, а само тамарилло я сажала в начале июня в грунт. Посмотрите, какой он стал красивый, листья темно-зеленые, глянцевые такие, плотные, насыщенные. То есть растению все хватает. Рядом стоит тамарилло, который я привезла из дома. Кстати, тот примерно таким же и был. Посмотрите, он светло-зеленые листья, у него идет нехватка микроэлементов, нехватка свежего воздуха, почвы, биоты почвы. И они абсолютно, вот два растения одинаковых, да, выглядят абсолютно по-разному. Вы, наверное, зададитесь вопросом, но зачем вы высаживаете, ведь растение развивает мощнейшую корневую систему и будет тяжело выкапывать. Я хочу вам сказать, что это не так. На этой почве растение не формирует мощнейшую корневую систему, потому что здесь верхний слой почвы довольно-таки органически насыщен, гумусирован. Я делала агрохимический анализ почвы, и здесь очень хорошее наличие гумуса. Я считаю, что за счет этого корни растений не идут вглубь, не ищут питания, потому что питание все сверху, и корневая не наращивает такую мощную корневую систему, все поверхностно, и выкапывать очень даже легко. Осенью я вам обязательно покажу состояние и развитие тамарилла. Вот этот, кстати, который я привезла из дома, я тоже буду высаживать рядом с ним. Вообще этот год, это у меня год экспериментов, а это, кстати, июль месяц, вот я сняла буквально недавно. Смотрите, листья вообще стали очень огромные, очень мощные. Ему, видимо, очень все нравится, все прекрасно, все подходит. Ствол, обратите внимание, ствол увеличился, стал еще больше, он одеревеневает снизу. И я посмотрела по бокам, похоже, выходят у него цветочные почки. Но поживем, увидим, хватит ли времени, тепла ему доразвить их или нет. Но вот сейчас мы видим вот такие вот огромные лопухи, насыщенные, плотные, темно-зеленые, красивые. Чувствуется, что растение очень хорошо, вольготно, ему нравится. А вот еще раз показываю тамарилло, который сидит, и посмотрите, свежие листики у него уже пошли такого темно-зеленого окраса, в отличие от нижних листьев светло-зеленых. Вот, посмотрите, темно-зеленый окрас, то есть он начинает, будет пытаться приобретать такую же форму, как и вот этот тамарилло, который был высажен в начале июня. Хорошо ему очень, да, посмотрим за его развитием. Конечно, листья огромные, места надо будет дома много, но, возможно, его листья отвалятся. В общем, пока вот такая вот информация.